Всем добрый день, приветствую организаторов, участников, покупателей интернет-магазина «Бабаду» на тест-драйве. Вот, и хотела бы рассказать действительно о нашей сказочной вещи. Вот, торговая марка «Конёк-Горбунёк» представляет растущий регулируемый детский ортопедический стульчик. Самое главное, в принципе, что я считаю для наших детей, это здоровье. Я думаю, все родители меня поддержат. И не секрет, что о здоровье надо заботиться с самых ранних лет. Основой здоровья, наверное, да, это является позвоночник. Зная, что весь наш ритм жизни сейчас таков, что дети очень много времени, так же, как и взрослые, проводят сидя. Мы сталкиваемся с большими проблемами в школе, в дошкольном возрасте, когда детки начинают самостоятельно сидеть, играть в компьютер, заниматься, что приводит к нарушению осанки. Не все родители знают, как правильно должно быть организовано место для сидения ребенка и какие проблемы могут случиться, если это будет сделано неправильно. В нашем стульчике есть подножка и сидушка, которые регулируются. Они регулируются как по высоте, соответственно, да, с шагом определенным, так и по глубине. По глубине регулировка бесступенчатая. Что это дает? Это дает первое, что мы можем настроить данный регулируемый стульчик под любой рост и комплекцию ребенка. Наши стульчики можно использовать уже начиная с 6 месяцев. Здесь не представлено, да, но есть дополнительные аксессуары, удерживающие устройства для самых наших маленьких покупателей, да, и пользователей. И также данный стул можно использовать вполне взрослый человек. То есть когда ребенок уже взрослый, и, соответственно, ноги уже достают до пола, мы просто убираем подножку, можно ее поставить на место сидушки, они полностью взаимозаменяемые, и можно пользоваться дальше. По отзывам наших покупателей, на таких стульях прилюбливают сидеть и мамы, и папы, и бабушки. Собственно, вот до того возраста, когда за компьютером ребенок уже... Совершенно верно, то есть стул универсальный. У этого стула есть одно единственное ограничение – это по весу, да, до 100 килограмм. Опять-таки скажу по секрету, что когда мы получали сертификаты и тестировали наш стул, он выдерживал до 160. Вот. Но поскольку мы даем гарантию 10 лет, да, мы все-таки решили не отступать от ГОСТа, который положен по стульям, и поэтому позиционируем, что до 100 килограмм спокойно он выдерживает. Все, кто любит детишек хорошо кормить, могут не волноваться. Да? Совершенно верно. 100 килограмм нормально, не предел. Да. Что еще хочу сказать? Вернемся немножечко к конструктиву, да, как я уже сказала, имеет регулировку и подножку, и сидушку. Что это дает? Самый главный момент, наши детки, когда они вырастают и садятся, как из стульчика для кормления, за стул, они садятся за взрослый стул. Что происходит? Ноги ребенка висят в воздухе, они затекают, им неудобно. Пинают окружающих. Да, здесь есть подножка, которая лишь убирает эту полностью проблему, и ребенок достает до пола. Вторая проблема. Маленький ребенок, когда сидит за столом, на взрослом стуле, он не достает до стола, он находится высшего уровня, ему неудобно брать какие-то вещи, самостоятельно кушать. Данный стул можно настроить под любой стандартный стул от 65 до 80 сантиметров. Это дает возможность ребенку не только комфортно сидеть вместе за столом со взрослыми, да, но и удобство. Вот. Также скажу, что большое преимущество – это действительно серьезная экономия, потому что можно купить один стул и пользоваться им практически с момента, когда ребенок начал сидеть, и до самого института. То есть не надо покупать множество различных столов на каждый возраст. В принципе, на свадьбе можно тоже его. Ну, у нас так еще, конечно, не использовали. Да, на самом деле, наши покупатели очень часто присылают нам фотографии, как они его используют. Действительно универсальная вещь.
за ним и делают уроки, и кушают, и смотрят планшет, и используют не по назначению. В общем, действительно, очень удобная вещь. Отмечу еще наши достоинства, которые отличают нас от многих других товаров, растущих стульев. Во-первых, у нас изогнутая ортопедическая спинка, что позволяет действительно удобно сидеть ребенку комфортно. Во-вторых, все материалы, которые мы используем в производстве наших стульчиков, имеют гигиенические сертификаты, соответственно, для производства детской мебели. Это как и березовая фанера, да, которую мы используем в производстве, так и лакокрасочная продукция. Используется импортный крепеж, фурнитура, которая не позволяет стулу разбалтываться спустя многие годы. Замечу, что это очень важный момент. Конструкция сборная. Да, и, как мы заявляем, прослужить она должна долгие годы. Также есть очень важные моменты. Это перемычки, которые находятся под сидушкой, под подножкой. Соответственно, они переставляются и регулируются вместе с сидушкой и подножкой, что дает дополнительные элементы крепления и не дает стулу спустя годы деформироваться. То есть мы учли как бы все моменты. Вот. Ну, наверное, по основным моментам все. Если подойдем к вам на стенд, разрешите покрутить, повертеть? И покрутить, и повертеть, и посидеть. Мы вас ждем очень на стенде под номером 26.